В Лондоне задержали 50 крокодилов. В лондонском аэропорту Хитроу задержали 50 крокодилов, владельцы которых нарушили правила перевозки диких животных. Об этом сообщил новостной портал BBC News. Годовалых пресмыкающихся пытались ввести в Великобританию из Малайзии для разведения на ферме на мясо. В ходе путешествия 30-сантиметровые крокодилы дрались друг с другом, так как для них не было достаточно свободного места, в каждом из 5 контейнеров должно было размещаться 4 животных, но перевозчики поместили по 10 животных в каждый. В результате одна из рептилий погибла. Животных изъяли согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, CITES. Представители Home Office, Министерства внутренних дел Великобритании, сообщили, что им подыщут новый дом. CITES – международное соглашение, подписанное 169 государствами, вступило в силу в 1975 году. Цель конвенции – уберечь диких животных и растения от вымирания в результате торговли. С момента подписания документа ни один из видов, находящихся под ее защитой, не вымер по этой причине. Больше ада и странных новостей в TELEGRAEM канале, лента дна. Подпишись, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок к объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.